В этом мире нет никакого... Нет, не оставьте микрофон, оставьте ЕСТ, мы общаемся. Смотрите, в этом мире нет никакого события, которое бы прошло. Все события живут с нами вместе. Они находятся в настоящем времени. И они побеждаются в настоящем времени также. Ну, допустим, если я совершил злой какой-то поступок, это осталось тяжестью в моем сердце. Вот сейчас я вижу, о чем вы говорите. У вас в сердце есть тяжесть определенная. Именно этот поступок вы и обсуждаете со мной. Вы поймите, что это означает просто объем работы. Просто я начинаю слушать голос тех, кто молится. Вот смотрите, вы сейчас почувствовали вот это событие, оно как будто на вас навалилось, надавило. И вы думаете, я ничего с ним не могу сделать. Так было? Я увидел это в вашем сердце. Так было? Знаете, это просто ерунда. Не обращайте на это вообще никакого внимания. Когда на вас время надавливает и говорит, ты бессильна, не обращайте внимания. Я вас уверяю. Просто слушайте дальше тех, кто молится. Вы увидите, что пройдет несколько минут, и событие, которое казалось страшным и невыполнимым, оно перед вами встанет, зайдет в ваше сердце, сольется с вами, и вы спокойно его будете переносить. Вы как будто вместе с ним начнете жить, войдете, примете его в свое сердце, в свою судьбу, и начнете жить с этим событием, но на условиях того, что вы слушаете молитву, потому что без дополнительной энергии это перенести невозможно. Своими силами невозможно. Без звука духовного нельзя это вспоминать вообще. Это вас раскрутит просто в дребезги. Я просто вам сказал об этом событии, вы испугались. Потому что вас это сильно очень повлияло на вас. Мы только вспоминаем, только вместе, когда слушаем. Правда? Так мы будем жить. Видите, оно пришло, это событие, в ваше сердце. И вы сейчас начали его терпеть. Так? Почувствовали, как это тяжело, и с другой стороны, здорово. Так? Так вот, знаете, когда вы вот здесь почувствуете, что вам легко по поводу этого события, потом вторая стадия, это называется влияние. Вы начнете влиять на ситуацию, несмотря на то, что она в прошлом была. Вы в настоящем начнете влиять. И на этой второй стадии все и начнет меняться в вашей жизни, потому что сейчас вот это событие, оно формирует вашу будущую судьбу. Оно вам создает препятствия, которые вы еще не знаете, а я знаю, в вашей жизни. И когда вы в сердце почувствуете, что все хорошо по поводу этого события, дальше вы увидите, как вам становится легче уже в вашей судьбе. Вы будете чувствовать себя благословенной потом. А потом дальше произойдет победа, и она в вашем сознании будет означать то, что вы поймете, как в этих ситуациях правильно поступать. И вы никогда больше не будете поступать неправильно. Понятно? Так прошлое приходит в настоящее и побеждает будущее. Вам надо прошлое ввести в настоящее, принять его сейчас в свою жизнь и победить таким образом свое будущее. Так вы станете победителем своей судьбы. С помощью духовного звука. При этом не стесняйтесь никаких духовных практик. Если у вас есть своя вера, пожалуйста, всегда это делайте только в своей вере. Если у вас нет своей веры, вот что нравится, то и практикуйте. Это не означает, что вы приняли веру какую-то. Поймите, принятие веры не означает увлечение. Вам нравится чья-то молитва, молитесь вместе с ними. Вот я молюсь со всеми, кто мне нравится. Я вообще не стесняюсь, мне нормально. Я под православную молитву читаю молитву, и под мусульманскую супер, отлично. А если у меня в сердце что-то ёкает, я сам себе говорю, ты что, завидуешь этой вере? Нет, сердце сразу нет, я не завидую. Я все хорошо отношусь, все отлично. Замечательно. Тогда молимся с этой верой. Это не значит, что у меня вера поменялась. Понимаете, культурный человек — это тот человек, который все понимает, что в этом мире происходит. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Понимаете, то есть у меня есть моя жена, она меня тревожит. Бог ей дал такое право.
Ну, остальных девушек никто не отменял. Они все хорошие, замечательные. Так и моя вера тоже. У меня есть моя вера. Она меня тревожит. Но остальные веры никто не отменял. Они тоже хорошие. Хорошие. У людей, понимаете, в сознании есть вот эта двойственность. Если у меня есть моя вера, она хорошая, значит, все остальные плохие, получается. Это то же самое, если у меня жена хорошая, все остальные девушки плохие. Ну, глупость же, правда? Вот мы сейчас в такой глупости живем. В этом проблема нашего мышления. Называется двойственность. Двойственность. И особенно она проявляется, когда мы начинаем копаться в проблемах чужой веры. Ты копайся в проблемах своей, у тебя в своей вере вот так вот проблемы. Вот и копайся там, если тебе хочется в чем-то покопаться. Это все равно, что обсуждать трудности какой-то другой семьи. Ну вот у них есть трудности, они сами пусть и обсуждают, а ты свои обсуждай. Понимаете, да, идея?